Сегодня под утро в Екатеринбурге на Краснолесье за европейским микрорайоном по соседству с жилой высоткой на одноименной улице Краснолесья с громкими хлопками, очень похожими на звуки взрывающихся во тьме петард. Кстати, один из ночных очевидцев так и подумал. Вспыхнул, словно серная спичка, и сгорел дотла кроссовер RAV4. Как уточнили в комментариях городскому порталу Е1 пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о пожаре на улице Краснолесья поступил в 3:29. В битве с локальным огнем были задействованы 9 пожарных и 2 единицы спецтехники. За 3 минуты с пламенем было покончено. Полиция намерена изучить записи с камер наружного наблюдения, чтобы установить подлинную причину ночного автомобильного воспламенения. По предварительным данным, источник возгорания находился в салоне иномарки, но окончательные выводы можно будет сделать лишь после завершения пожарно-технической экспертизы. По счастливому, или точнее сказать, условно счастливому стечению обстоятельств, бедолага Раф последнюю в своей жизни ночку до кремации коротал вдали от прочих автомобилей, что для нового района города, плотно застроенного жилыми высотками, большая редкость. Так что предутренняя опаленность чудом обошлась одной единственной автомобильной жертвой.